Друзья, всем привет! Рад приветствовать всех на своем канале. Совсем скоро у нас уже выйдут таланты, да, на нашего Задиру. У меня он 7-й, я там собрал буквально 4 карты на него. И вот это вот перед вами колода, которую я всем рекомендую, да, на низком уровне прокачки. Под него, то есть и в событиях она хорошо играет, и в PvP. Давайте сейчас посмотрим, как она себя покажет. Как раз 7-й Задира, Зевса я убрал по вашим просьбам, да. Единственное, 15-е дряда смущает, но я думаю, мы что-нибудь с этим придумаем. Перед началом маленькая пауза и будем начинать. Друзья, хочу сказать огромное спасибо каждому, кто использует мой код автора. Этим вы реально безумно меня поддерживаете и даете какие-то силы делать розыгрыши для вас и больше интересного контента. Кто не знает, что это такое, сейчас я вам это расскажу. Переходим на сайт MarketMyGames, shop 125// и так далее. Ссылочка будет в описании. Без проблем на этом сайте можно купить все что угодно. Если у вас недоступны платежи через игру, особенно тем, кто донатит с айфона, через этот сайт дешевле, чем с айфона. Поэтому пользуйтесь. Здесь есть все предложения, можно купить как и платину. За платину можно купить все что угодно в игре. Так можно отдельно и кристаллы, и пропуска. То есть давайте, допустим, купим с вами вот 200 платины. Нажимаем купить, буй. Выбираем наш игровой ID, который нужен. Дальше, вводим кодовое слово. Кодовое слово довольно простое, але, ALE. Вот. На экране вы его также видите. Нажимаем продолжить. Здесь вы можете написать любое пожелание, которое хотите, чтобы я увидел. Дальше нажимаем продолжить. И дальше выбираем любой удобный для вас платеж, которым вы захотите рассчитаться. То есть Kiwi, Сбер, какой-то нахрен IO Money, говно какое-то, да? Ну или мобильные операторы, там всякие Билайн, МГТС, осуждаю. Ну и разные карты. После этого все, и проходит оплата. Мне приходит сообщение с вашими пожеланиями. Вам приходит та валюта, которую вы купили. Все круто, просто, мне приятно и вам не сложно. Переходим к видео. Так, смотрите, помогает нам Влад, у него Задира вроде бы 9-й, да, и 14-й ловчий, но я думаю, это не страшно, просто посмотреть, что сейчас до талантов, может эта колода зафиксировать примерный урон, понимать, на 7-м уровне прокачки, да, 4000 крита, понятно, да, дофига, но все же, начинаем как-то раскачивать потихоньку. Из всех колод, на мой взгляд, это самое объективное, потому что есть еще колода, которую предлагает сама игра, а именно, получается, в событии, где ведьма, призыватель, да, и там мне эта колода прям совсем не нравится. А вот эту я и на новичке тестил, то есть Задира ловчий, там медриады нету, и она прям реально хорошо себя показывает. То есть мечи, я думаю, вряд ли будут играть Задирой. Потому что в моменте стол будет крутиться, короче, это как робот. Поэтому здесь мы просто пассивно берем ловчего, химика, да. Дряда вся на урон у меня стоит и на повышение шанса крита. Потому что все-таки до сих пор имеется активная фаза, которая имеет свойство заканчиваться. А когда она заканчивается, у нас заканчивается вместе с ней и урон. Так. Один задира на точке у нас есть. Начнем потихоньку прокачивать его. Влад с магическим амулетом, 20-я гайка, в принципе, как-то так. Я даже не помню, что я взял, я, наверное, копье взял. Копье у меня без фракции. Если Задира получится хорошим по талантам, походу придется делать себе и на макс совет копье. О, кстати, золотая дряда, да? Опять нечестно играю. Так, я думаю, сразу сделаем какого-то высокого задиру вот здесь. А дальше уже разберемся. Так. А как это сделать? Вот так, да? Ну, пока не очень убиваем, потому что у нас ни манапов толком, ни ловчих на столе. У нас стоит один задира, которого мы сделаем 6-го уровня. Еще, кстати, золотая. Угу. Неприятно, потому что я планировал, что там выпадет обычное, и я просто его сделаю. А получилось немного не так. Надо быстрее все это дело раскачивать, потому что там идет, получается, кукловод. Все, 6-й задира есть, хорошо. 1-го, 6-го сделали, сейчас сразу начнем делать 2-го. Кстати, стреляет вообще даже неплохо, с учетом того, что у меня копье даже не на максовет. Но все, вот он уснул. И что делать? Очень сильно верю, надеюсь, что в талантах вот эту вот фазу, да, которая сразу идет активная, а потом просто бесполезная. То есть он даже толком урона не вносит в этой фазе. И как-то хотелось бы, чтобы это поменяли, либо дали, как у Борея. То
То есть была возможность соединить, например, первых задир, и после чего начиналась бы опять активная фаза. Я думаю, это было бы приятно. Так. Еще ловчий. Ну, вот здесь задиру я тоже оставлю, раз там золото стоит. Но, конечно, преимущественно выставлять задир на точке... На... О, так, все, этого точно можно убирать. И у нас опять нету ловчих. У Влада все хорошо, у Влада химик третьего уровня стоит. Продолжаем стакать. Хотя бы немного, вот, смотрите, все, просадка. И сейчас просто надо сидеть и молиться, чтобы кукловод... Кукловод... Все, слава богу. Но опять же, это пока без химика. Что-нибудь придумаем. Надо чуть-чуть больше маны. Первый ловчий у нас есть. Сразу ему немножко мана подаем. И опять же, надо давать мана в задире. И надо хотя бы, чтобы три задиры стояло в точках. Так, золото пока только одно. Вот, все, активация. По идее, это сейчас тоже должен активироваться. Так, это сюда. Еще манапчик. Так, четвертый задира. Химика с точки надо убирать. А на этой точке перспективно стоит последний задира, а эту мы будем, наверное, раскачивать. Потом мы этого ловчего отсюда уберем. Так, это сюда. Давайте сразу. Давайте доделаем. Шестого. Все, два шестых у нас есть, но что-то как-то лучше от этого ничего не стало, да? Хоть у нас уже и 2-6 задиры. Этот очень близко стоит, этот, конечно, подальше. Но результат должен быть. У Влада Т6, Т3, Т3 и еще одна золотая дриада у него держится на, опять же, на вот, скорее всего, вот этого. Потому что сейчас он уже третьего уровня у него. По механике у задиры что могу сказать? Пешка прикольная и в событии мне им очень нравится играть, прям очень нравится играть. Но, конечно, если бы не активная фаза... Так, еще, хорошо. Сейчас, кстати, выйдет трибунал. Поэтому я даже не знаю, куда отдавать эти золотые дриады. Куда их отдавать? Что с ними делать? Смотрите, план капкан. Делаем пятого. Я не знаю, зачем я сделал пятого, если у меня было две золотых дриады. И в теории я мог сделать еще Т6 химика. Там Т6 условно ловчего, но... Просто я переживаю, что выйдет трибунал, который понизит, потому что урона реально мало, как будто бы. Потому что вот, все, под конец волны я начал пропускать. И одна сетка в начале, дай вторую. Нет, хорошо, убили, кстати. Прям неплохо. Зевса я не стал брать по понятным причинам, потому что это было бы слишком просто глупо. Гайка, я думаю, уже у всех есть хотя бы там 5 уровня, да, там 3-го, 5-го. Ну, еще как вариант могу сказать по поводу снежинки. Я думаю, снежинка тоже может неплохо играть. Так, еще манапчик. Снежинка, потому что она замедляет, а в потенциале на 15 уровне она еще и замораживает. Но гайка как будто бы получше, потому что она дает скорость, она дает крит, она дает урон. Задири этого, в принципе, это то, что ему и надо. Так. Раскачиваем точку нашу. И куда-то надо будет убирать... О, хорошо. Своими силами делаем шестого здесь. И теперь у нас золотая еще одна дриада. Огнерык. Куда огнерык? Вот это нехорошо на самом деле. Ну, в принципе, под сетками урон даже неплохой. Это мы были без химика. Это мы были без химика. Подзамедлить. Вот, иногда в начале волны монстры успевают убежать очень и очень далеко.
Наверное, сделаем четвертого химика. И как раз сейчас можно будет сделать химика шестым. А шестой химик это очень и очень сильно. Потому что он разрушает очень много брони. Вот, опять все, они уснули. Они уснули, и весь наш урон закончился. Поэтому химик отменяется. Добавляется пока что один ловчий. Пока что одного ловчего мы добавим, потому что там Кицуна. Ее нам точно надо убивать, потому что если бедлам выходит, то вроде бы и не страшно, но уже у нас хороший стол. Уже стол хороший, и не хочется терять этих задир. Все, опять они активировались, и после активации прям вопросов по урону вообще не имеется. Дэмэдж прям сочный. Подкопили немного маны, как раз можно будет постакать. Есть контакт. Не, ну там боссы улетают прям очень хорошо. Не знаю, связано ли это с тем, что там 14-й ловчий. Надеюсь, нет. Так, амулет мы растакиваем, да, 42% урона уже. Так, дрядка. И я думаю, на этом остановимся и просто начнем дальше добавлять наших, получается, задир. Потому что у них у всех разное, по идее, время активации должно быть. И надо как-то подгадать так, чтобы там когда-то один работал, когда-то второй работал. Чтобы не было полного пробела, когда прям совсем никто не бьет. Так, ну, скажу сразу, Владу нападало золото. Ему очень хорошо нападало золото. И это чувствуется. Так. Так. А вот сейчас может быть больно. Так. Сразу сделаю, как я и говорил, шестого химика. И буду верить в то, что хватит урона. Хотя бы по вирусу. Хотя бы вируса мы убьем. Давай. Хотя, по идее, мы должны и Горгону убивать. Если она не закроет. Ну, все хорошо. Да. Ну, у Влада прям очень дохрена урона. Опять же, вроде бы магический амулет, вроде бы копье точно такое же. Так, огнерык на 10 миллионов улетает. Так. Дальше. Вот в шестого задиру неприятно. Надо просто больше сеток. И сколько у нас? 5 задир, получается, стоит. 5 задир. Начнем повышать ловчих, может быть. Искать какую-то еще золотую дриаду. Так. Вот знаменосец, это больно. Знаменосец, это больно. Может, мы как-то его поддобьем? Или нет? Так, ну, смотрите, 73 миллиона, я думаю, это конечное. Хотя Влад вроде даже убивает. Потому что у него как-то больше урона. Шестой химик. Зарешает как-нибудь. Нам бы хотя бы просто эту Горгону убить. Ну, Влад, кстати, почистил все у себя. Но мы своим седьмым задирой не смогли убить эту Горгону. Ну, в принципе, пешка седьмого уровня без талантов. После талантов я смогу сделать его одиннадцатым. И посмотрим, в принципе, что-то получится, может что-то не получится. Гайка, да, седьмой задира. Шмотки Влада, вот я вам показывал, да. Мои вещи. Копье 20-е без максовета. И амулет роста на максовет, который там 104% урона дает. 10-й ловчий, 15-й дриада. В принципе, самое важное здесь это ловчий, химик и задира, которые у меня низкие. У Влада, конечно, все повыше. 9-й, 14-й и крит гайка. 630 миллионов. Как бы, да, вроде бы немало, а вроде бы и немного. Хотя, опять же, это пешка седьмого уровня. Осталось подождать совсем немного. Я думаю, скоро мы узнаем полностью все таланты, хотя мы их уже узнали, да. Посмотрим на сникпики, и там уже будет понятно,
стоит ли качать его или не стоит, потому что пока он у меня лежит, и желание делать есть. Все, друзья, такое вот видео на сегодня получилось. Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Планируете ли вы его делать, понравилась ли вам игра. Может, опять стоит Зевса начать брать, я не знаю. Попробовали с гайкой? Вот результат с гайкой. То есть, сложновато. Все, всех обнял, за просмотр всем спасибо и всем пока.